Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видосе 5 лучших планшетов с диагональю 10 дюймов по состоянию на 2019 год. Человек придумал сенсорный телефон, дабы увеличить дисплей, не меняя размеров телефона. Планшеты же придумали, чтобы сделать дисплей еще больше. Согласитесь, играть в различные игры или работать намного удобнее, если дисплей больше примерно в 2 раза. Ниже мы представим вашему вниманию 5 лучших планшетов диагональю экрана 10 дюймов. Итак, Huawei MediaPad T3-10. Итак, начнем с более дешевых моделей стоимостью до 15 тысяч рублей. Итак, Huawei MediaPad T3, операционная система стоит Android 7.0, процессор Snapdragon 425, частота 1,4 ГГц, число ядер 4, ASU 2 ГБ, встроенная флеш-память 16 ГБ, размер дисплея 9,5 дюймов. Процессор у планшета довольно производительный, что позволяет выполнять ему все задачи, которые встречаются в повседневной жизни обычного пользователя. А 4 ядра с частотой 1400 МГц помогут распределить всю нагрузку. Игры он тоже потянет. УЗУ не так много, 2 ГБ, но ее тоже достаточно для работы и для того, чтобы загрузить сразу несколько вкладок. В устройстве присутствуют модули 3G и 4G, присутствуют интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, датчики GPS. Передняя камера в 5 мегапикселей делает довольно четкие снимки из-за автоматической фокусировки. А фронтальная камера в 2 мегапикселя вполне хватит для видеозвонков. Также в устройство можно вставить карту памяти, дабы увеличить емкость внутренней памяти. Дизайн планшета приятный. Округленные края, корпус из серым оттенком, отсутствие лишнего делают планшет довольно-таки элегантным. Подойдет как для деловых встреч, так и для домашнего использования. За свою цену, это примерно в 10 тысяч рублей, очень хороший вариант. Двигаемся дальше. Следующий гаджет нашего видеообзора – Lenovo Tab 4. Данный экземпляр тоже обладает недорогой ценой – до 15 тысяч рублей. Операционная система на борту Android 7.0, процессор Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц, число ядер 4, УЗУ у нас 2 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ, размер дисплея 10 дюймов, вполне нормальное железо. В целом представленный планшет похож с предыдущим экземпляром. Разрешение камеры точно такое же, но все же есть отличия, которые набивают ему цену. Следующее, первое, это размер памяти, то есть она у нас увеличена вдвое в сравнении с предыдущим экземпляром. Второе, это размеры 9,6 против 10 дюймов, а также данный планшет поддерживает мобильную связь, это очень хорошо. Lenovo Tab 4 будет немножко потолще Huawei MediaPad T3, но это не делает его чересчур массивным. Приятный дизайн серого цвета. Ну и данный планшет подойдет для всех членов семьи и порадует вас небольшой ценой, примерно в 13 тысяч рублей. Двигаемся дальше. Следующий гаджет нашего видеообзора – Apple iPad 2018 года, 32 ГБ. Данный планшет от компании Apple переходит уже к разряду планшетов средней стоимости до 30 тысяч рублей. Итак, на борту стоит операционная система iOS, процессор Apple A10, частота 2,340 МГц, число ядер 4, УЗУ 2 ГБ, встроенная память 32 или 128 ГБ в зависимости от выпуска, размер дисплея 9,7 дюйма. С первого взгляда покажется, что данное устройство ничем не превосходит предыдущие экземпляры. Но процессор Apple A10 делает это различие по-любому. Мощный процессор, который может разогнаться до частоты 2340 МГц, дает устройству большую мощность, в чем он и превосходит первые два варианта. Встроенная память может варьироваться в зависимости от модели. У данного гаджета камера фронтальная в 1,2 мегапикселя. Она снимает у нас видеозвонки по FaceTime в стандарте 720p. Этого достаточно. А передняя с 8 мегапикселями, она у нас снимает видео в 1080p.
Дизайн у продукции Apple всегда был на высоте. Утонченный блестящий корпус хорошо сидит и смотрится в руках, ну и цена в пределах 22 тысяч рубликов. Двигаемся дальше. Следующий гаджет. Он имеет название Samsung Galaxy Tab A10.5. Данный планшет тоже относится к экземплярам стоимостью до 30 тысяч рублей. Итак, операционная система на борту у него стоит Android 8.1. Процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц. Число ядер 8. АЗУ довольно-таки хорошая, 3 ГБ. Встроенной памяти 32 ГБ. Хороший набор. Ну и размер дисплея 10,5 дюймов. Сердце планшета разгоняется чуть меньше, чем у аналога компании Apple, но 8 ядер это компенсирует. Также 3 гигабайта УЗУ добавляет производительности планшету. Ну и, конечно, поддерживаются все последние версии Android. У данного гаджета передняя камера составляет 8 мегапикселей, ну и фронталочка 1,9 мегапикселя. Этого достаточно планшету. Приятный дизайн и утонченный корпус делают его удобным для всех членов семьи. Ну и по окончании нашего видоса самое интересное. Это Apple iPad Pro 10,5. Последний экземпляр принадлежит к разряду дорогих устройств стоимостью до 70 тысяч рублей. Итак, операционная система на борту iOS, процессор Apple A10X, частота 2360 МГц. Число ядер 6, УЗУ 4 ГБ LPDDR4 со скоростью 1600 МГц. Встроенная память 512 ГБ, солидный показатель. Ну и размер дисплея 10,5 дюймов, это очень хорошо. Я люблю большие экраны. Итак, по сравнению с прошлыми экземплярами, этот планшет – само воплощение мощи. Мощный процессор Apple A10X, разгоняющийся до 2360 МГц в сочетании с 6 ядрами и 4 ГБ оперативной памяти, дают превосходный результат. Планшет потянет все современные мобильные игры без каких-либо капризов. Ну, аппарат имеет переднюю камеру на 12 мегапикселей, фронталочка достойная 7 мегапикселей. Ну и цена, конечно, не самая привлекательная, в районе 56-60 тысяч рублей, но он точно стоит своих денег. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info, сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С нами будет интересно.